Добрый день, друзья. Клип 4 из серии посвящен покойному Мику Карну из группы Japan. Он сильно повлиял в свое время на меня и даже, в общем, был причиной того, что я решил играть на безладовом басу. Своей странностью, необычностью мышления, очень какими-то непонятными такими фразами интересными. Я видел его живьем несколько раз. Он говорил в интервью еще, к тому же, что записывал он бас всегда два трека подряд. Ну вот, и некоторые ноты во втором треке он изменял. Тем самым, когда звучал дабл-трек, возникали интервалы. То квинты, то кварты. Он был известен этим приемом. Вот. Я не стал ничего менять, я просто сыграл два трека в унисон. И это звучит натуральный унисон на записи. Здесь я сыграю только один из них. Дай бог, если получится.